Всем привет, ребята. Сегодня у нас уже 8-й выпуск по Easy Drop, по шир, по кейсам. Пополнил баланс точно так же на 250 рублей. Крутил колесо, выпал промокод у меня на 40%. Ну, собственно говоря, я его и использовал. Вчера у меня оставалась попытка одна бесплатная с фрикейса. С фрикейса мне выпал вот этот вот скинчик. Его я, соответственно, сейчас продам. Что он мне нафиг не нужен. Вот, 361 рубль на балансе. Какая тактика будет, стратегия на сегодня? Сегодня, ну, точно так же открываем ширпа кейс. Самый дешевый, да, который имеется. Ширпа кейс открываем, раз уже его начал открывать. И сегодня я буду открывать его чисто по карточке. Чисто по карточке, используя только одну тактику. То есть буду открывать вот эти вот 6,1. 6,1, то есть весь выпуск я буду открывать только вот эти вот ячейки. Вот звук надо убавить. Так, соответственно, выпуск будет, то я не знаю, насколько он получится долгий, насколько он получится интересный. Я потом, наверное, скорее всего, это все как-то смонтирую, то есть сделаю, чтобы он был покороче. Но сегодня я буду придерживаться только вот этой тактики, открывать только вот эти вот две ячейки. Вчера, потому что несколько раз открывал, то есть меня эта ячейка подколола, да, то есть там выпадало что-то стоящее. Ну вот и посмотрим, как это сегодня там все сработает. Вчера и я там, в принципе, несколько раз там лоханулся, да, открыл. Но вот он опять, видите, начинает по диагонали сыпать. Ну, я хер его знает, что с этим изи-дропом. Тут одни неожиданности. Ой, нахер контракт, что ты... Тупишь-то, блин, продать надо было все. Продаем на рубль 80, да, все продаем. Еще что-то, видать, не проснулся я с утра. Ну, посмотрим, в общем. То есть, судя по тому, что он меня постоянно сливает, 6 рублей 50. Больше 50 открытий это должно быть. Больше 50 открытий. Ну, вот здесь что-то выиграл. Кейсик там, да. Что-то выиграл. Но мне это не интересно, это мелочевка. Мне интересно, чтобы выполнить. Опять это, блядь. О, что ты? Что ты, что ты? Продаем. Продаем. Давай-ка мы крутанем сейчас эти бесплатные кейсы. Там у меня... Вот. Ну, то есть, я еще сегодня вот не крутил, но уже один раз открыт. То есть, это вчерашний раз. Я не понимаю, как это вообще работает. Почему там каким-то образом... Одна попытка, она переносится, то ли остается. То есть этого я не могу понять. Нафиг, не надо. Это получится у меня сейчас, там, к вечеру, там, у меня еще одна попытка появится. Че, гроза? Ну, понятно. Сомневался там, да. Ну, все, больше нету. То есть пишет, что 3, через 10 часов еще будет одна попытка. Ну, надо мне как-то выравнивать это, чтобы разрыва не было. Все. В общем, возвращаемся к нашему кейсу и продолжаем его мучить. То есть это. Потом все буду монтировать, смотреть, как, насколько там что интересное. Какие-то, если будут интересные моменты, там, скины более-менее там от 50 рублей, если что-то будет падать, там, ну, буду останавливать, показывать. Просто. Берем попкорн, берем колу. Ставим лайк, подписываемся на канал, да. Пишем комментарии, вступаем в группу, предлагаем там различные какие-то стратегии, и, конечно же, варианты, как можно с ширпа кейса выбить нож, то есть на чем можно выбить нож с ширпа кейса. Ножи, ну тут. Ага. Ага. Сердечко ёкает, когда такая вот херня обрекает. Ёкает еще как. Просто вчера вот сколько я открывал, да, получается, там по 5, по 10 открывал. То есть выпадали одинаковые скины вот здесь вот. Ну, именно ножи выпадали. И мне вот интересно, если просто заточиться и открывать одни. То есть это как-то вообще сработает, нет? Там вчерашняя учитываться последовательность, стратегия.
Интересно просто. Ну, тут по диагонали, да? Сомневался, но пофигу, давай. Клев. Продаем. Продаем. Не знаю, по одной, может, все-таки по две карточки. То по одной он прям как-то это. Я тут на час, наверное, залипну. Ну, все-таки, ладно, хрен с ним. Сказал, что буду по одной открывать. Значит, смотреть. Там, наверное, час трудов, часть стараний, часть обучения. Так, давай-ка, наверное, мы... Все равно сейчас всякая ботва, шлак весь всякий падает. Будем продавать. Потом все сразу продадим, когда у нас баланс подойдет уже к нулю. Мы это все продадим. Продадим. Ох, так. Так, там что-то сказали, говорят, новая политика какая-то. За маты будут банить. Поэтому слежу за языком, за тем, что говорю, чтобы, соответственно, этих матов никаких не было. Ну, прям он надо мной издевается там, да? Прям надо мной издевается. Ну, черт с тобой. Давай, издевайся. Издевайся. 9.99. Огонь. Огонь прям. 9.99. Почти в каждой, смотрите. Ну, как бы вот попадается там. Оп-оп. Ну и где? 2-3? Ну, 2, да, вот видите. Черт его знает там вот. Можно и 6, и так, вот так. А ты где? 5-4? Ну, ну, прикольно. То есть я понимаю, где он должен находиться. И вот этот, скорее всего, вот здесь, а этот вот здесь находится. То есть вот этот на четверке, а этот на пятерке. Ну, давай. Ну, не угадал, да. Не угадал. Ой, прокрутку запиндюрил. Запиндюрил прокрутку. Ошибочка вышла. Вышла ошибочка. Ох. И сразу продал. Просто вот даже как-то это вот интересно. То есть я понимаю, где он находится, например, да, то есть. Но если я вот сейчас вот здесь вот выпадет нож, если бы я вот это нажал, ну, у меня вероятность огромная, что он вот здесь бы оказался. Ну, если бы там его и не было, да, то есть ты неправильно, я неправильно подумал. Ну, вчера, кстати, когда я открывал по несколько, то есть, ну, окупаемость была выше. Поэтому, скорее всего, карточки. Открывать надо, наверное, по нескольку штук, придерживаясь одной стратегии. Надо будет как-то это сделать еще раз проверку потом. Карточки мы будем открывать по несколько, там по две, либо по три. И вот так вот последовательно одно и то же. Ну вот прикол, вот прикол. То есть вот постоянно вот так вот, по диагонали, постоянно, практически
огромное количество раз, то есть по диагонали. Если сейчас начну открывать по диагонали, вот так вот, то он будет вот здесь вот выпадать, понимаете? И как-то очень странно получается. То есть есть неужели какая-то эта последовательность, что когда ты правильно угадываешь какой-то скин там, да, ну, нож, вернее, ты угадываешь, он меняет свое местоположение, ячейку или что там. У меня есть такое зрение, потому что вчера же, когда бомбили, вот это разные. Бомбил, то есть они выпадали вот здесь вот. То есть по законам вероятности все равно это должно, если ты придерживаешься одной и той же тактики, то есть у тебя должно выпасть. Но так как тут скрипт на сайте, я вот объясню, поэтому есть вероятность того, что угадывая правильную последовательность, где там скин находится, то он меняет просто свое местоположение. Он просто меняет свое местоположение. Либо открывать одни вот эти ячейки, то есть это, ну, заведомо проигрышная тактика там, да? То есть, ну, я ж не это, ничего не говорю. А разные юспики, я думал, одинаковые. Но тем не менее, все равно там шлак, который... Ну, 9... Я подумал уже, что одинаково. Сердечко опять не остановилось. Вот опять ножи начал давать там, да. И вот, вот. То есть 6-2, 6-2, он такой и говорит. Ну давай, там, чик. Сейчас опять вот эта двойка, эта пятерка там, да. Во, это двойка. Ну тут и пятерка. 2-3. Вот прикол прям, вообще прям прикол. Да вот хер тебе. Сегодня я придерживаюсь одной стратегии. Той же самой проигрышной стратегии, что и вчера там, да? То же самое, что и вчера. Хотя хер его знает, скорее всего, наверное, карточки я больше открывать не буду. Потому что, скорее всего, там скрипт настроен таким образом, что угадывая верную последовательность. Так, что у нас тут? Продать все. На сколько? На 216 рублей. То есть, смотрите, вот я 250 закинул, на 216 мне насыпало. Хер с ним, давай продаем. То есть это не цель. Продаем. О, опять зачем-то сюда. Продаем и продолжаем дальше. Открывать карточку. Давай. И продолжаем открывать. И продолжаем открывать. Я вот не знаю, может быть, снять по карточкам, по вот этим, что вот так открываешь, вот так вот. Ну, первую полосу ты открываешь, потом вторую строчку там. Потом третью строчку, вертикаль, горизонталь, то есть, ну, хотя, хер его знает. Мне кажется, все это фигня. То есть здесь дело не в твоем везении, а здесь просто все дело в скрипте, как это все настроено там, да. То есть стопудово есть какая-то
Ну, скрипт так прописан просто. Скрипт просто так прописан. Потому что сколько раз можно было угадать, но нет. Но нет. Они всегда падают где-то рядом. То есть где-то рядом, получается, находится. Где-то рядом там выдает. Но если ты угадываешь, получается верная комбинация, тебе хрен. Так, ну мне надо хотя бы какой-то сегодня приличный скин отсюда вынести. Хочешь? Или ты мне тогда этого выдал, агента, и все теперь, да? Неделя слива. Неделя слива. А может и две. Может по 10 рублей. Да уж, да уж, да уж. Ну, вот, это по диагонали. То есть дает по диагонали. Дает по диагонали. То есть здесь вообще волосы вот такие ряды были, да. То есть третий ряд бы тыкнул, все, как бы нож, да, но хер там был бы, а не нож. Хер бы там был, а не нож. Чё, вот этот здесь, да? А этот вот здесь. Ну, давай смотрим. Ну, вот и вот. Блядь, вот. Чё и требовалось доказать. То есть 6. Вот смотри. Вот, я сейчас буду открывать вот эту карточку. Но вот эта херня будет вот здесь находиться. То есть, когда я открою, то есть он будет находиться вот здесь. Вот он, видите? Так, вот этот, короче, сейчас вот здесь находится, а этот вот здесь. Ну, интересно, это матерное слово, нет? Там забанят меня за это слово или нет? Па-па-ра-пам. Керыч. Ну вот, огонь. Короче, этот на двойке будет лежать. То есть этот на двойке будет лежать. Ну, давай. Ага, а ну... я не угадал. То есть моя пророческая. Ну, вот этот вот здесь. А мне рядом. Тоже ты не угадал. О, ножик. Ну, а ты где? Вот здесь вот так. Это 1, 3 и... Это... А, 6, 6, 3 и 1, 5. 6, 3, 1, 5. Вот смотри, видели? Угадываю, да? То есть угадываю. То есть в принципе, вот смотрите, если учесть, что я вот так вот угадываю, ну, то это значит, что если бы не было заскриптовано это все в плане того, что скин перескакивал, то я бы открывал эти карточки. Вот. То я бы угадывал карточки. Если бы там не было там скрипта какого-то там интересного. Вот. Этот находится здесь. То есть у него сейчас две позиции. Либо два, либо три. Но я предполагаю, что он на двойке находится. Давай. Нет, я здесь ошибся. Окей. Здесь ошибся. Ну, тут это. Так, если видео будет больше получаса, то я, соответственно, буду его сжимать. Там, если меньше получаса выйдет, то будем просто смотреть. Вот. Ну, это на двойке. Это на двойке лежит. А, нет, ну тут ошибся. Окей, здесь я ошибся. 6, а тут шлак.
Но я даже и шлак не угадал. Даже шлак не угадал. Шесть. Ну, давай. Два, три. Где ты вот открываешь? Вот смотри, шесть и два, три. Тройку. Я за тройку. Точно. Вот. Вот смотри. Получается, какая... Сколько... сколько раз я бы уже мог угадать вот нож, да? То есть вот сколько раз бы я мог угадать нож? Вот тут юспик. Хрен с ним. Тут и ножа нету, окей. То есть вот какое количество раз я мог бы уже угадать нож? Ну, если бы скрипта не было. Здесь два, тут уже вот эти были. Ну, предполагаю, где-то вот он, скорее всего, на пятерочке будет. Угу, на пятерочке, окей. То есть вот это вот, если нету скрипта, никакой херни, то есть ты угадать можешь. А этот на тройке, да? Нет, снова на пятерке. Из того количества раз, сколько я это... В общем, ребят, ну тут вот по карточкам все понятно. То есть, если здесь ты забиваешь нож, то это, наверное, просто, скорее всего, сбой какого-то скрипта, либо еще что-то, да? Ну, то есть, сами знаете, сколько раз у меня первым открывался ножик, и я предполагал, где он может быть, и сколько раз я предполагал, что он там правильно, предполагал, что он там может быть. Вот, и тем не менее, вчерашний выпуск показал, что... Ну, даже если ты по диагонали как-то счетом пробуешь рандомно, то нож все равно каким-то образом не подходит. Соответственно, есть скрипт, который просто заменяет дроп, который там находится. Который просто там находится. Карточки — это, ну, полная чушь. То есть карточки — это реально какая-то полная чушь. Хотя нет, на них можно окупиться, то есть, да, там... окупиться в плане там купить всякие там дешманские скиллы, скины выбить. Вот это, в принципе, можно все сделать. Давай снова продаем все, то есть еще соточка. Так, сколько видос уже идет? 22 минуты. Ну, думаю, сейчас мы оставшееся за 8 минут все спустим. Оставшиеся. Потом, ну, так как я сказал, что сегодня я буду только эти две открывать позиции, то есть я их до конца так и до открываю, да. Потом посмотрим, будь что будет там, ну, как бы это вот. Да, теперь он поменял свое местоположение. Ну, теперь вернулся на 6-2 позиции. То есть самое, например, это мне кажется, да, то есть вот позиция вот самая такая вот часто, когда выпадает вот этот вот скин дорогой на живой там, да, например, это вот 6-2. На двойке там очень часто нож вообще как бы находится. Это, конечно, я могу просто так думать, что может быть я хочу так думать, ну и тем не менее 6-2. И 6-5. То есть все, мы уже тут к финалу подходим. Но снова начал меня троллить. Типа, в общем, понятно. Я сделал уже определенный вывод. Может быть, он неправильный, там, может быть, я ошибаюсь. Там, да? Тем не менее, мне все-таки... Я сомневаюсь, что я ошибаюсь, потому что заскриптованность. Потому что вот вы видите, как часто выпадает вот 6-2, да, например. Но если я сейчас поменяю тактику, вот прямо сейчас поменяю тактику, 6-2 падать перестанет. 6-2 просто перестанет падать. Выдавать. Ну, а это говорит о том, что... Просто скрипт так настроен.
Ну, не может он сайт знать, что я нажимаю именно вот. Вот так вот там, да, там. Ну, подстраивать не может он. Как сказать-то правильное? Сайт не ясновидящий, он не знает, что я буду нажимать. Поэтому, значит, настроен таким образом, что там меняется просто этот дроп, если ты угадываешь, что ты нажимаешь правильную ячейку. Может, даже все ножи, которые вот так вот тут неверно выпадают, это, в принципе, и должен быть тот же самый одинаковый нож. Но только он там меняется. Потому что, ну, если бы... Иначе бы тут на вот этих вот карточках бы, ну, просто с ширпокейса бы сайт обанкротили. Вытаскивали бы там все ножи, там все дорогие скины там, да. Сайт уже естественно. Ты знаешь, там их-то цель там, в принципе, бабки зарабатывать. Вот. Поэтому... Что, давай мы попробуем. Все равно 1.6. То есть будет от этого что-то меняться. Ну... Хоть что там, да, то есть хоть 6-1, хоть 1-6, ну вот, ничего не меняется, все то же самое. Угу. Так, давай. Ну, сегодня я тут фиг что отсюда я заберу, да, вот, хотя можно было бы что-то там поэтовать. Помудрить там, по контракты поделать, какие-то запендюрить. А, но нет. Ну, главное, что видос там не сильно такой затянутый получился, потому что вчера там прям аж что за 30 минут видос перевалил. Ну прям долгий вчера получился. А тут, ну прям в течение получаса счастлив и все. Угу. Так, давай продать все. О, на один на одну попытку остается. Все, сейчас. Вот смотрите, сейчас с этой попытки, короче, выпадает нож. Сейчас с этой попытки прям вытаскиваем нож. А, нет. 50 рублей скин мы вытащили. На последней попытке за 50. Ну, в принципе, я говорил, да, что то, что мы вытащим за 50 рублей хотя бы, мы попробуем сделать апгрейд. Давай, ну, от соточки. Запендюрим и посмотрим, что тут можно будет сделать. А, да, я же вчера наконец-то вывел этот USP, ой, AUX свой, который ждал очень долго, который ждал. То есть я вчера наконец-то смог вывести 46%. Ну все, давай. 46%. Я-то знаю, что ты хер дашь на 46%. Вот. Ну, все видели сами, ребята. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте свои стратегии, как можно окупиться. Все, всем пока, до новых встреч.